Ей все привет, дорогие друзья, с вами Димас Бульбазавр, рэкер Хлебушек. Как всегда, очень много подписчиков и подписчиц, пацаны и пацанчики. Пацаны и девчонки, познакомьтесь. Всем пока. Сегодня у нас карта Roblox, будем убегать от монстров Хендерсона. Давно мы не ставили котопсов и всяких картонных чудиков. Вы готовы? Да. Раз, да. Два, три. Да. Раз, два, три. Ну что, выживание началось. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. Выживаем. Пацаны, оружие использовать нельзя, забыл сказать. Просто убегаем и выживаем. Если хотите, можете использовать ничего. Хотел оружие придумать, но нет, никакого оружия не будет. Давайте будем просто выживать. Это трудно. Это очень легко. Смотри, они вон бегают за капхедом, а он молодец, выживает. Так, смотри, они за мной бегут. А, он хочет... О, блин, он меня столкнул! А чё, они сталкивают, что ли? Молодец, молодец, убегай. Ты знаешь, они очень умные, оказывается. Я заметил, они по стенам бегают. Да? Блин, он за мной бегает, не отстает. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, потому что ролики выходят каждый день. Записываем очень классные, веселые режимы для вас. Чтобы подписались и стало миллион подписчиков. На моем канале. На нашем канале. На вашем канале, да. На нашем. А вы слышите этот звук? Так. Мне кажется, чего-то не хватает. Знаете чего? Например, вот так вот, да? Тоже пойдет? Ой, зачем? А, чтобы было веселее. Давайте у нас будут сиреноголовые. Димас, они между собой дерутся. Да? Ну, давайте же. Все-таки мы хотели битву. Я вечно забываю эту рубрику записать. Надо запомнить и обязательно сделать завтра битву монстров. Арена. Кстати, они и с аниматрониками дерутся. Мы можем сделать даже битву с аниматрониками. О, сожрали. Сирена пошла. Так, одного есть. Ну, давай. А, у него 500 000 жизни. Мне кажется, это настолько глупо с ним драться. Насколько это возможно? А, нет! Ой, он маленький улетел. Что это? Оказывается, в нем сидит маленький. Так, драка продолжается. Эй, он ко мне идет. Ой, прощай, прощай, прощай. Так, двое. Трое против одного. Мне кажется, они его убьют. Аниматроники были жестче. Да? Ну, у нас сегодня серия, чтобы было интереснее. Че, нормально они валят? Физганом трогать нельзя, плохая примета. На экране может высветиться надпись «Вас забанили». Эй! Еще б чуть-чуть, я бы проиграл. Сразу видно опыт. Ребята, у кого сколько часов Гаррис Мод наиграно? У меня больше 3000. А у вас? У меня почти 1000. О, это нормально. Кстати, 1000 это тоже показатель. У меня 177. 770? 256. Нормально. Ну, 256 это маловато, конечно, для Гаррис Мода. Чтобы его изучить, то все. 700. Маловато тоже. Ну, ничего. Ребята, напишите в комментах, сколько вы наиграли часов, если вообще вы играли в Гаррис Мод. Я знаю даже людей, у них по 4000 человек. Ой, часов. Так. А чё он ходит? Давайте сделаем еще кого-то, кто может летать. А, они с этим дерутся опять. Вот дурачки. Хорошо, давайте летучих мышей поставим. Этих не до Бэтменов. Фикаличные. Я думаю, вот так вот, да, хватит? Все, выживалочка началась. Они не могут допрыгнуть. Они могут допрыгнуть. Так, пацаны, чё и чё? И ничего. А чё полетает? Не понял. Может, можно... Я... Блин, я сейчас сходу. Можно я нажать и стрельнет пушка? Не? Было бы прикольно, если бы такой режимчик был бы. Они трутся просто внизу, ничего не... Они вас убивают, пацаны? А, убивают, я вижу, да. Ну, не бойся. О, давайте я поставлю оружку. Не, не буду оружку ставить. Давайте просто повыживаем. Поставлю я еще... Например... А можно поставить вот от этого? Он прыгает. Затищ... А, они между собой будут сейчас драться, мне интересно. Хорошо, давайте сиреноголовых поставлю. Которые могут прыгать высоко. Оба мне стреляет, их наши.
Не знаю, ой. Что они летят в воздухе в неизвестность. А кто еще прыгает? А, да, больше никто не прыгает. Так, все, я спрыгиваю. Прям на дерево, четко. Вот, блин, промахнулся жопой. Пацаны, давайте, не ссыте. Я бегаю. Ты бегаешь? Я никого не вижу. Так, бегают. Вот, я посередине. Ссыте, да? Они вовнутрь не могут зайти, кстати. Вот как, он не зайдет сюда. Так, NPC, да, они, кажется, включены. Деревья мешают, Димас. Деревья мешают? Да. Да, они застрялись в деревьях. Они не очень умные, как я думал. Хорошо, давайте прыгучих наставим много штук. Это апокалипсис, короче. Ой, все, меня аж подлагивает. Все, буду здесь стоять. Димас, у меня есть идея для следующего ролика. Давай, аниматроники нас ищут в ATP лаборатории. Да? Можно. Вообще, мне надо сделать такую штуку, чтобы люди писали в комментариях свои идеи. Я буду выбирать и записывать. Но обычно так и происходит. Но мало пишут. Пишите больше. Может, какие-то будут гениальные идеи, и мы их по-любому снимем. Они прыгают. Ну, только узнал. Да они вообще ничего не могут. Я просто стою, наблюдаю, как вы проигрываете. Они прыгают. Позже они ничего не могут. Летучая мышь откуда-то появилась. У нас тут толпа забаганная. Да. Можно их изганом поправить? Сейчас я иду поправлять их. Так, отстань от меня. Все, пошли они, смотри. Просто вы боитесь к ним подходить. Вот. Один только. Слушай, не, они. Они какие-то кальки. Не ссы. Ой-ой-ой-ой, прикольно. Все, пошли. В действии. Ох, толпучка, прикольно. Давай. Они такие, знаете, звуки издают, как дельфины под водой, да? Не я, это... Вот. Вот кто может доставать нас везде. Не, давайте... Давайте двоих поставим. Все, погнали, на самый верх. Отлично, стоим. Оружки очень много. Да? Кислые, не кислые, но меня убили. Каким-то образом. И идут к вам. Я на дереве. Ах ты, секунд, вылазь. А он тебя сейчас убьет и так. Эх! А, он может с одного раза убить, а может постепенно лупашить. Смотри, я трупа, он меня бьет. Все, пацаны, можно использовать оружку. Погнали. Димаш, помнишь оружие, где ты превращался в монстр? Да. Я тебя постоянно убивал, он конец. Да. Ну ты читер же, да, наполовину? Ты читы вводишь, да, всегда? А, не, это оружие не? Из будущего. Оружие из будущего. Что там, получается вас их убивать? Да, убивать. Уже... А, все уже. Ого. Они живые все равно. Вот это жесть, я их наставил. Но мне нравится целая стена. Не, пацаны, бомба не поможет. Лучше стреляйте такими пулеметами. А, вот так ты, бульбозаврус. Ты чи... Так ты читер, оказывается. Хорошо. Раз у нас и монстры, будут и SCP у нас. Ага, а у меня уже не такой. Лимит сработал. Это просто максимально, что можно сделать. Там целая армия их. Смотрите. Офигеть. Напоминает мне, знаете, какую игру, пацаны? Серию SM 2. Там, где ты по полю бежишь, и их там просто сотни. Ого, звуки повторяются. А, кстати, у меня в этот раз звуки со скромников. В тот раз не было. Может, от карты зависит? Пацаны, давайте, мочите, мочите. Я спускаюсь к вам. В толпу скромников. Я не боюсь вас.
Не, ладно, я боюсь. Поджопника дали. Нормально. Ой-ой-ой-ой, тут целые лабиринты. Бегут, бегут. Ах вы жопы. Съели меня. Пацаны, давайте, я вас верю, вы сможете. Как вам вообще серия? Надо оружие просто жестче взять, чтобы было красивее. Например, вот такое оружие есть. Ого, я какие-то черные очки пускаю. А что это за оружка? Смотрите, эффект какой прикольный. Искажает реальность, да, пацаны? Ого! А что это ты сделал? Ты аннигилировал всех? Офигеть, мне нравится. А что произошло? Нет. Ого, не... А что они лагают? Смотрите. Что это с ним? Нет, это не то, не стреляй, не стреляй. Давай я сделаю по-другому, все по красоте. Классно. Ну, как вам? Я обожаю эту базуку. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, спать рубом ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!